Коротко, без музыки и никакой развлекухи. Мой ответ тем, кто сейчас поднимает волну по поводу того, что якобы русскоговорящих блогеров начали сейчас прессовать в YouTube. Этот ролик будет интересен только тем, непосредственно либо блогерам, непосредственно тем, кто интересуется этой темой. Итак, меня спросили, почему я не поддерживаю Камикадзе, Ньюш Ворлд и остальных. Мне тут завалили письмами и писали: давай устроим пресс-конференцию, давай поговорим, обсудим, распространяйте видео Димы Иванова, Камикадзе Дэд и так далее. Объясню очень коротко, почему я в этом не участвую. Первое. Я очень мелкий блогер по сравнению с Камикадзе и со всеми остальными. У меня всего лишь 14 тысяч подписчиков. Я не думаю, что доползу когда-нибудь до 30 или 40 тысяч, чтобы вообще открывать свой рот по этому поводу. Второе. YouTube давно ужесточил правила. Не сейчас, не вчера, а уже давно, года 2 и 3 тому назад. Когда я открыл этот блог, уже тогда стало понятно, что большинство видео моих роликов не соответствуют условиям YouTube. Это связано прежде всего с тем, что YouTube взял направление на неразжигание вражды между народами. А что делаем мы, такие как я, Камикадзе, Ньюш Ворлд, якобы режем правду матку, Саша Сотник и прочие? На самом деле это действительно можно рассудить как разжигание вражды между народами. Все дело в том, что между Россией и Украиной сейчас конфликт, и поэтому любой ролик на эту тему будет так или иначе расценен положительно с одной и резко отрицательно с другой стороны. Поэтому здесь нужно было отдавать себе отчет с самого начала. Если ты ведешь блог на политические темы, а не рассказываешь о морских свинках, то ты приблизительно должен отдавать себе отчет, с чем ты столкнешься. Третье. Больше половины моих роликов не монетизируются. То есть я отправляю их на монетизацию и получаю отказ. Что это значит? Это значит, что рекламодатели не хотят располагать свою рекламу на роликах с таким содержанием, где я осуждаю каких-то культурных политических деятелей, критикую Путина и так далее. Я все это понимаю и принимаю. Я изначально понимал, что очень много заработать я на этом не смогу. Почему сейчас очень сильно волнуется Дима Иванов? Потому что он начал свой блог давно, когда у YouTube еще были другие условия, и они привлекали огромное количество людей. И тогда они более-менее смотрели на все сквозь пальцы. Сейчас армия YouTube-блогеров, она многомиллионная. Огромное количество людей, вы только представьте себе, это и Китай, и Венесуэла, и США, и Франция, и Германия, и все прутся в YouTube. Почему? Потому что А, доступно, потому что Б, есть возможность заработать хоть какие-то маленькие деньги. И у всех как бы есть мечта, что они раскрутятся и станут большими блогерами, и станут реально зарабатывать на YouTube. В результате получилось то, что всегда получается. Сначала набирается огромное-огромное море людей, а затем происходит фильтрация. Вот именно этим сейчас занимается YouTube. Им плевать, вы там за Путина, вы против Путина. Если вы не соответствуете правилам, они будут вас банить. То, что они делают. Сначала они вам закроют счета, то есть вы не сможете на этом зарабатывать, вот как я. А потом будут просто безжалостно убирать ваши ролики. Выход здесь один, нужно понимать. Происходит информационная война. Либо вы участвуете на свой страх и риск и понимаете, с чем это связано, либо прекратите ныть. Такому, как Диме Иванову, я бы мог сказать только одно. Не можешь вести политический блог, боишься, что ты больше на этом не можешь зарабатывать. Димочка, я тебе очень сочувствую, но, скорее всего, это ждет всех нас. Значит, нужно открывать блоги, где мы будем рассказывать, как можно собрать радиоприемник в домашних условиях или вырастить особый вид кактуса. Вот люди, которые занимаются такими вещами, они прекрасно зарабатывают на YouTube, и их никто не прессует. Поэтому нужно понимать, с чем это связано. Это никак не связано с Путиным, как говорит Саша Сотник. Это никак не связано
с тем, что нарушаются права человека, как это сказал Нью Шворт Юрий Гиммельфарб, это ни с чем не связано. Это связано с чем? С тем, что нас просто дофига. И нас будут теперь сортировать на первый сорт, второй и так далее. И весь этот мусор уйдет с Ютуба, и мы, скорее всего, в том числе. То, что предлагают переходить на другие видеохостинги, это, конечно, интересный вопрос, но, скорее всего, этого не произойдет, потому что другие видеохостинги стоят денег, там очень серьезные условия, там нужно соответствовать очень строгим правилам, твои видео должны быть очень креативными и так далее, не такими простыми, как это делается в YouTube и прочее. В общем, в результате, я думаю, что мы будем переживать новую волну, когда на YouTube останутся только такие мощные акулы, и YouTube, скорее всего, мне кажется, идет в направлении развлекательных видео. То есть юмор, то есть домашние советы, кулинария и так далее. Политика, друзья мои, политика, она никогда и нигде не имела зеленую улицу. И именно поэтому я не хочу участвовать во всем этом оре, потому что я умный человек и понимаю, что все эти конференции, вся эта болтовня, вся эта волна, которая поднимается, она ничего не стоит. YouTube огромен, а мы мелкие сушки. И мы ничего не добьемся, хоть разоремся, хоть порвем себе рот от того, что будем кричать и махать руками. Никто нас не услышит. Поэтому либо ищите другие варианты, либо готовьте себе другие блоги. Это мое мнение. Пока.